153 храмах области прошли рождественские богослужения. В ночь с 6 на 7 января в них приняли участие более 6 тысяч православных верующих Саратова. Рождественскую службу в кафедральном Свято-Троицком соборе посетили чиновники и депутаты. Богослужение здесь провел митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он поздравил верующих с наступившим Рождеством и пожелал всем развивать духовную жизнь. Это день, когда мы становимся соучастниками центрального события человеческой истории – Рождества Христа Спасителя. События, когда Бог, сотворивший небо и землю, становится во всем, кроме греха, подобным нам человеком. И с этого начинается спасение человеческого рода.